Всем привет! Сейчас я покажу, как установить эмулятор Sony One на Android телевизор. Нам понадобится вот такой джойстик. Заказывал на AliExpress, ссылка будет в описании. Есть вот такая у меня мини-клавиатура. Заказывал на AliExpress, ссылка будет в описании. Первым делом заходим в браузер, в поисковой строке пишем «Скачать эмулятор на Sony PlayStation 1 APK». Скачиваем само приложение и BIOS. Я уже установил, чтобы не терять время. Появится вот такой значок. Выходим с приложений, заходим в браузер, прописываем в строке «Скачать игры на PS1» в формате ISO. Тут множество игр, можно любую выбирать и скачивать. Бесплатно. Я уже скачал, чтобы не растягивать видос. И установил. Заходим в приложение, ищем BIOS, загружаем. Далее загрузить игру. Заранее распакованную. Вот появились у меня 3 игры, скачаны. Выбираю игру. Ну вот как-то так. И играем, наслаждаемся играми на Android телевизоре. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.